Всем привет! Сегодня у нас обзор номера Ideal Prime Beach. И справа от нас дверь от душевой. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Вот, мы видим большое зеркало. Также есть банные принадлежности в красивых вот таких вот упаковочках. Есть полотенце. Все аккуратненько. Душевая сама по размеру небольшая, но все чисто и аккуратно. Идем дальше. Дальше мы видим, есть такой вот шкафчик. Откроем и посмотрим, что тут есть. А тут есть справа и слева по 5 штучек вешалок. Также есть комнатные шлепанцы и пакет для обуви. Дальше есть сейф. Он бесплатный. Потом тут такое место под чемоданы. Так, далее по правую сторону находится вот такое вот зеркало во весь рост. Вот, дальше такой вот есть чайник и кофе, и чай, и такие одноразовые стаканчики для этого. Вполне приличные. Далее мы видим телевизор небольшой, но для просмотра какого-то канала вечером вполне подойдет. Далее холодильник. Открываем. И в холодильнике у нас есть сок и вода. Это бесплатно. Вот, хорошо. Далее. А далее посмотрим, какой вид из балкона. Выходим. Мы видим, что у нас вид из балкона на соседний отель, но он не работает. Видите, бассейн пустой, без воды. И если посмотреть в правую сторону, то есть чуть-чуть вид на море. Дальше. Вот такие вот два кресла и столик, чтобы вечером там попить кофе, посидеть. Смотрим дальше. Дальше. Вот такое вот красивое бархатное кресло с журнальным столиком. Далее кровать с красивым изголовьем. Большая двухспальная кровать. Вот такой вот номер. И с одной стороны есть тумбочка. И в целом вот так вот выглядит номер. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.